Карелии спустили на воду точную копию дубель-шлюпа «Якутск» по чертежам 18 века. Судно будет сниматься в крупномасштабной исторической саге «Созвездие Марии». Сценарий создан на основе пьесы об истории подвига и любви полярных исследователей экспедиции Витуса Беринга. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и Якутии. Рассказывает Лев Нетесов. На этой неделе в водах Онежского озера прошли испытания дубель-шлюпа «Якутск». Точную копию судна по сохранившимся чертежам 18 века построили карельский судостроитель на верфи «Варяг» по заказу концерна «Каро Продакшн» для съемок фильма по мотивам пьесы «Созвездие Марии». Строили быстро, потому что жесткие сроки были по договору, поэтому практически за 4 месяца мы построили это судно. Судно не маленькое, 20 метров длиной, 5 метров шириной и около 20 тонн водоизмещением. Шлюп «Якутск» был одним из кораблей Великой Северной экспедиции, возглавляемый легендарным Витусом Берингом. Командовал «Якутском» Василий Прончищев. Благодаря корабельному журналу выяснилось, что в экспедиции его сопровождала жена. Романтическая и трагическая история супругов и легла в основу произведения «Созвездия Марии». Бухта Прончищевых. Удивительная любовь. Там на корабле оказалась женщина. Это жена капитана корабля Василия Прончищева, Татьяна Прончищева. Но почему-то ее назвали Мария, она в историю вошла как Мария. Это, они погибли, эти люди, вдвоем. И Прончищев, и Мария погибли, но до сих пор у них здесь есть памятник вот на этом, на леньке, вот этим героям России. И этот спектакль, и этот фильм, он будет рассказывать про это, что, про историю любви, историю освоения вот, Арктики. Сама пьеса пережила разные жанры. Она была написана в 1985 году и ближе к концу 80-х исполнилась на радиоспектакль. В 2012 году автор переписал ее как мюзикл. А премьера драматического спектакля режиссера Андрея Борисова в Русском драматическом театре имени Пушкина состоялась в феврале 2013 года. И уже в ноябре постановка с успехом прошла на фестивале в Москве. Во время открытия первого международного якутского фестиваля Егор Афанасьевич Борисов, глава Республики Якутия, обратился к нам, гостям фестиваля, с предложением поддержать бурно развивающийся якутский кинематограф, то мы посчитали, что это как раз это может быть первой ступенью для развития и выхода якутского кинематографа совсем на другой уровень. Поэтому мы посчитали, что и тема, и то, что проходило в тот год как раз год Арктики, и тема вот, освоения новых территорий, тема любви, она, в общем-то, и сегодня актуальна, несмотря на то, что прошло значительное количество времени. Помимо «Каро Продакшн», в создании фильма участвуют «Сахафильм», «Ленфильм» и «Каро Прогат». Созданный на основе пьесы, сценарий был отобран экспертной комиссией и получил грант Министерства культуры России для государственного финансирования. Также источником финансирования стало Русское географическое общество. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который возглавляет медиасовет Русского географического общества, вручая нам этот грант, сказал, что на сегодняшний день это у них единственный проект художественный, который заслуживает всяческой поддержки, и со своей стороны обещал всестороннюю помощь. С одной стороны, мы чуть-чуть начинаем забывать какую-то великую историю нашей России, вот, в которой Россия, которая сильна каждым из нас. Вот. Россия сильна нами, вот, например, сегодняшними людьми. И она сильна еще и людьми, которые вот создавали историю России. И вот это так необходимо, так востребовано, так важно для того, чтобы государство наше было крепким. Поэтому, конечно, такие спектакли, такие фильмы нужны для нас сегодня. Экранная версия получила название «Командор полярной звезды». И по сценарию, и по возможностям сюжет будет отличаться от спектакля. Но главное в нем сохранится. Это рассказ о людях тех времен и о их любви к родине. Оказывается, здесь вот такие люди, легендарные, как Беринг, ходили вот по этим улицам, здесь где-то жили, где-то здесь там гуляли, кушали, обедали, и отсюда шли вот дальше покорять просторы. Молодых людей, мне кажется, это очень здорово, это очень не хватает сейчас вот таких каких-то произведений, каких-то героев, которым молодые люди могут подражать, стараться походить на них, на этих героев, то есть бросить все и покорять там, несмотря во имя любви, там, любви к женщине, любви к родине, делать какие-то сумасшедшие поступки и становиться героями. Вот для молодых людей, мне кажется, это очень хорошая тема, причем эти персонажи не придуманы, это как бы реальные исторические личности.
Планируется, что премьера фильма «Командор полярной звезды» состоится на Якутском кинофестивале в 2017 году, а дубль-шлюп «Якутск» прибудет в Якутск по воде и станет одной из достопримечательностей кинофестиваля. И доступ на борт судна будет открыт для всех желающих. Лев Нетесов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем.